Основные европейские торговые площадки закрылись сегодня небольшим повышением. Эксперты связывают оптимизм инвесторов с хорошими макроэкономическими данными из Китая и Европейского Союза, а также надеждами на предотвращение падения США с так называемого финансового обрыва. Другим важным фактором стал объявленный греческим правительством план скупки государственных облигаций. Это способствовало и укреплению общеевропейской валюты. За евро давали 1 доллар и 30 центов. Баррель нефти сорта Brent стоил более $111.